Всем привет! И я вам сегодня покажу, как сделать заказ на сайте компании Siberian Wellness, Сибирское здоровье, в телефоне. Но для начала вам нужно оформить регистрацию в компании. Здесь внизу под этим видео есть ссылка на регистрацию в компании. Вы ее откроете и заполните. И дальше там будет такая кнопка «Зарегистрироваться». Вы на нее кликаете, и компания оформляет вам регистрацию. Она вам присваивает логин и пароль. Логин и пароль нужны для того, чтобы зайти на сайт компании. Здесь под этим видео также есть ссылка на сайт компании, на официальный сайт компании. У меня здесь в телефоне уже на экран выведен официальный сайт компании. Сейчас вот я кликну, чтобы была демонстрация экрана. И я вам буду показывать, куда я кликаю и что я делаю вот этой стрелочкой. Стрелочкой я показываю, на телефоне у себя я кликаю пальчиком. Значит, вы уже оформили регистрацию. Здесь прошли под этим видео по ссылке на регистрацию. Все заполнили. Компания вам ответила и присвоила вам логин и пароль. Дальше вы открываете официальный сайт компании. Здесь под этим видео также есть ссылка, я вам уже говорила. А я кликаю у себя на экране и попадаю на официальный сайт компании. Так, дальше мы с вами, видите, здесь три черточки. Я кликаю на них. И попадаю вот в такую вот менюшечку. Здесь у нас есть перечень разделов. Здоровье, спорт, питание, красота, разные. Тут всякого-всякого очень много. Опять же, здесь у нас есть поиск по сайту. А вы можете ввести сюда код продукта и найти продукт по коду либо по названию. Так, давайте мы немножечко здесь посмотрим, что у нас есть. Я вот так вот пальчиком подвигаю. Здесь у нас и акции, и про бизнес, и про партнеры. Опять же, смотрите, у нас здесь есть горячая линия, которая работает с 4 до 0, 0, 0, 0, 0 по московскому времени. И у нас здесь есть чат-бот, где вы можете задать свои вопросы. Так, и еще, когда вы оформляли регистрацию, нужно обязательно ввести свой город, либо поселок, где вы будете получать свой заказ. Вот, видите, у меня здесь вот даже написано «бесплатно от 5000 рублей». Заказ от 5000 рублей, у меня доставка бесплатная. Так, ну опять же, вы знаете, что касается города. Город можно поменять. Вот, если вот сюда вот так вот кликнуть. Вот, смотрите. И здесь вы можете вот здесь вот есть изменить. Вот. И вы можете этот город поменять. И также вы можете здесь выбрать язык. Так, ну я это закрываю. Мне это менять не нужно. Так, и возвращаюсь в наш перечень. Значит, что мы с вами должны сделать, чтобы наши покупки шли именно на наш номер, и чтобы нам начислялась скидка, ведь у вас скидка как привилегированного клиента от 5 до 15%. А также скидка может быть еще 25%. Мы должны с вами войти. Я кликаю на вход. Вот смотрите, нам предлагают ввести регистрационный номер и пароль. Регистрационный номер – это ваш логин.
Также он является и номером вашего счета, куда будут начисляться деньги. Значит, мы сюда вводим. Я кликаю, так как у меня уже здесь все введено. Вот, а вы вводите свой логин, свой номер регистрационный и вводите пароль. И кликаете вот сюда, вот, войти. Так, мы авторизировались. Так как я пользуюсь скидкой, у меня на бонусном счете 2681 рубль, который я обязательно использую. Теперь смотрим. У нас здесь разделы разные. Все то же самое, что мы с вами в прошлый раз смотрели. Вот. Ну, опять же, смотрите. Здесь город доставки, который можно, опять же, поменять, если вдруг это нужно. Так, нам нужно с вами оформить заказ. Вот давайте зайдем в раздел «Здоровье». Вот сюда вот я кликаю пальчиком. Вот, и у меня здесь высвечивается назначение и серия. Вот если я на серию кликну, здесь у меня будут серии. Но нам легче по назначению. Вот давайте витамины, минеральные комплексы. Я кликаю пальчиком на них. Ну и в качестве экономии времени. Вот смотрите, у нас здесь много всякого разного будет высвечиваться. Все не буду перечислять. Нам с вами нужно сделать заказ. Остановимся на вот этом вот, вот на этих вот витаминах. Смотрите, здесь есть в корзину. Можно прибавить, можно убавить количество. Вот если я кликну сейчас на плюсик, немножко сейчас, видите, здесь две штуки. Либо можно убавить. Одна штука. Но, тем не менее, я кладу в корзину одну. Так, товар у нас успешно добавлен. Так, теперь давайте еще что-нибудь выберем. Мы с вами возвращаемся в перечень. Вот сюда вот кликаем на эти три черточки. Так, и давайте зайдем теперь с вами в красоту. Вот сюда кликаем. Так, и у нас опять же высвечивается назначение и серия. Мы пойдем с вами по назначению. Уход за кожей лица. Так, и у нас здесь с вами, видите, разные крема. Но нам нужно с вами выбрать что-то. Давайте его положим. Опять же, можно прибавить, можно убавить. Значит, заостряю внимание. У каждого продукта две стоимости. Рублевая, либо в той валюте, страны, в которой вы живете, и балловая. 620 рублей и 16,5 баллов. Так, я кликаю корзину. На корзину кликнула. Товар у нас добавлен. Так, теперь я возвращаюсь. Давайте мы с вами еще опять сюда, вот на эти три черточки. Так, и давайте мы с вами зайдем в питание. Зайдем в питание. Так, смотрим, что у нас здесь. Опять же, категории продуктов и серия. Мармелад, батончики. Вот мне больше нравятся вот батончики. Давайте зайдем в батончики. Так, батончики. Так, смотрим. Ну, здесь у нас, смотрите, даже мы можем видео посмотреть. Очень мне нравятся вот эти батончики со вкусом манго. Они по 100 рублей. И я вот, смотрите, я сейчас буду на плюсик нажимать. Я сразу несколько таких батончиков заказываю. Вот у меня 4 батончика. Вот, и кликаю в корзину.
Так, все, кликнула в корзину. Теперь мне нужно вернуться в корзину. Так, смотрим. Ну, так как я уже какие-то заказы тут делала, здесь вот в моей корзине уже заказ на 2630, на 66 баллов и 8 десятых. Я сейчас вот сюда вот кликну пальчиком, вот сюда. И подкорректирую свою корзину. Так, итог корзины. Баллы. Баллы здесь. Здесь можно разделить заказ на пакеты. И я перехожу в корзину. Мне ничего делить не надо. Так, я перехожу в корзину. Так, вот теперь смотрю, что у меня в моей корзине есть. Северная клюква, у меня здесь две штуки. Мне нужна одна. Я одну убавлю. Так, оставляю одну. Так, дальше у меня здесь крем Экспиральт, она мне не нужна. Так, мне нужно ее убрать. Убрать. Я вот сюда щелкаю на крестик. Все, убрала. Так, батончики. Мне нужно только 4 штуки. Я сейчас вот на минус нажму. Каждый раз он у меня убегает. Не пугаемся. Вот. Так, все. У меня батончиков манго 4 штуки. Так, и у меня крем для лица. Крем для лица 1 штука. Так, смотрим, что у меня получается. Так, ага. Здесь у меня 6 продуктов. На сумму 1490 и 38,5 баллов. Так, теперь нам нужно все это оформить. Так, я пальчиком вот так все пролистываю. Опять же, если вы передумали что-то заказывать, вы можете просто очистить корзину. Так, я все это пролистываю и смотрю. Так, количество товаров 6, баллов 38,5. Итог к оплате 1490. Оформить заказ. Мне говорят, что бесплатная доставка от 5000 рублей. Осталось набрать на 3,5. Но мне это не надо. И я оформляю свой заказ. Кликаю оформить. Так. Угу. Так, у меня здесь есть самовывоз и доставка курьера. Почта России. У нас, так как я живу в поселке, вот, так как я живу в поселке, то у меня здесь есть Пятерочка и почта. Вот, у вас может быть и какие-то другие там варианты доставки. Я выбираю самовывоз. Мне нравится Пятерочка. И, кстати, здесь доставка от 129 рублей. Так. Я вот сюда вот кликнула. Так. И продолжаем. Так, продолжить. Так. Угу. Вот смотрите, что мне тут выдает. Так, он мне выдает, что... адрес у нас две пятерочки, вот. И он мне выдает адрес пятерочки
Так, Мира, улица 7. И часы работы. Это очень удобно. Вот, потому что почта, во-первых, на почту дорого. Вот там 300 с чем-то рублей, 350, может быть, даже больше. Вот, а здесь он мне выдает, что 138 рублей. Знаете, 138 рублей, вот даже если вы живете в Москве, и вам нужно добраться до ближайшего, скажем, пункта выдачи, там, где вы заберете бесплатно, вот представьте, сколько вы потратите денег на проезд. Поэтому мне кажется, все-таки выгоднее заплатить 138 рублей и получить свой заказ в ближайшей пятерочке, дойти пешком и забрать. Вот даже будет, наверное, выгоднее. Так, дальше. Здесь у нас выбрано. Так, посмотрим у нас. Так. Сейчас вот так вот кликну сюда. Так. Я попыталась сюда еще раз кликнуть. Здесь уже все сделано. Так, дальше. Данные получателя, вы должны их запомнить. У меня это уже все внесено. Так, мой номер телефона, моя почта. И дальше мне нужно вот так вот сюда вот. Готово. Так, поехали дальше. Выбрать способы оплаты. Так, вот теперь смотрим, что нам здесь насчитали. Количество товаров 6, палов 38,5, корзина 1490, доставка 138 рублей, оплата не выбрана. Итого к оплате 1628. Теперь мы способы оплаты выбираем. Так. Так, вот давайте вот посмотрим еще немножечко ниже. Смотрите, свяжитесь с нами, информация о доставке. Все права защищены. Так, нам нужны способы оплаты. Кликаем на способы оплаты. Так. Вот теперь смотрим. Сергиево-Посадский район, выдача на кассе «Пятерочка». Улица такая-то, срок доставки от 3 дней. Но, вы знаете, доставляют даже порой быстрее. Если это вы заказ делаете под выходной, то будет немножко дольше. Так, стоимость доставки 138 рублей. Это мой номер телефона, электронка. И дальше выбираем способы оплаты. Какие? У нас есть виза, у нас есть... Так, Киви кошелек, Яндекс деньги. А это виза, тут, наверное, MasterCard какой-то, не знаю, и Мир. Вот, но смотрите сюда. Так, оплата бонусами доступна 1628 рублей. Угу. Почему-то 1628 рублей. Значит, вот смотрите, пусть, ну хорошо, пусть 1628 рублей, просто еще, скажем так, не было перерасчета денег. То есть они начислили. Но остатки еще, скажем так, сейчас идет период праздников. Сейчас праздники идут. Так, значит, неважно. Мы сюда вводим вот эту сумму. Так, вводим 1628. О. Так, вот сюда ввели и сюда кликаем.
Ок. Так, дальше. Я согласен с условиями оплаты и доставки. Я принимаю условия покупки. Сюда нужно поставить галочки. Вот сюда галочку я поставила. И сюда. Это я пальчиком кликнула. Так, и пролистываем дальше. Так, теперь дальше. Количество товаров, корзина, доставка, оплата банковская карта, оплата бонусами. Так, и дальше. Оплатить заказ. Так, кликаем сюда. Оплатить заказ. Чего? Так, итак, поздравляем, оплата успешно принята, заказ передан в обработку, номер заказа, так, вот, смотрите, номер заказа вот такой-то. Вы можете отслеживать статус заказа в личном кабинете, проверить заказ. Так, и дальше, вы можете забрать заказ по адресу. И вот мне пишут, что вот по такому адресу, а я могу забрать свой заказ. Вот. И если мне что-то будет непонятно, если у меня возникнут какие-то вопросы, то я смогу эти вопросы разрешить вот по этому номеру телефона. Это горячая линия. Так, теперь давайте проверим заказ. Вот сюда кликаем. Заказ проверяем. Так. Заказ у нас такой-то. Дата заказа, статус заказа оплачен. Так, вот сюда вот я кликаю на вот эти вот три черточки. Так, и теперь смотрим. Стоимость заказа 1490 рублей. Способ доставки, посмотреть все детали. Но мне нужно посмотреть... Что я заказала? Значит, я заказала батончик. Так, я заказала для себя витамины. Так. Так, батончики 400 рублей, витамины. Кстати, очень хорошие витамины. Северная клюква и В-витамины. Это вот по весне то, что надо. И у нас тут крем для лица. Увлажняющий. Так, теперь смотрим. Количество баллов, сумма. Доставка 138 рублей. Так, все. То есть я оплатила свой заказ. Я оплатила свой заказ чисто бонусами. То есть теми деньгами, которые у меня были на моем счету. Вот. То есть на моем счету еще деньги остались. И к этим деньгам прибавится
еще те бонусы, которые придут вот от этого заказа. То есть 25% придут вот от этого заказа. Так, ну все, я вам все рассказала. Вот, и на этом я с вами прощаюсь. Удачных вам покупок и удачных вам заказов.